Давайте на экран выбора персонажа. Угу. А кто там уже побежал или что? Не-не-не, это не, заставка, не волнуйся, пока все нету. Хорошо. А. Все, тогда давайте. Раз, два, три. Вот, видим, пошло. Динамика почему-то раньше. Угу. Вообще подгрузка. В этот раз первая локация без смертей у динамика. Да, но все равно немножко экстремально одна штучка осталась. Угу. Ну, вот примерно вот одинаковые идут. Блин, подгрузка. Меня могу. Опять зрители, кто за динамика, кто за Кирби-то. Вообще там с картинкой все нормально, ничего не подлагивает. Ну, да, нормально. По идее нормально. У меня есть подгрузки иногда, но за это мой интернет, скорее всего. У меня нормально. На обоих второй босс пройден. Так, посмотрим, сейчас сработает ли. Наверное, уже прыжок сработал. Сработал у обоих курицу. Алим. Один. Шарик. Динамик, ты сейчас где находишься?
Я этого босса завалил. У меня плеер динамика впереди, но там подгрузки были. Угу. А у тебя тоже? У меня тоже впереди. Отставание пока незначительное. Ну это да. Пока так вровень. Ну, немного, не знаю, как мне показывает. Все, прошел тролльские трубы. Ну этот раз явно не вижу получше, чем предыдущие у игроков. Ну, ошибок меньше. Да, косяков пока поменьше. Будем надеяться, их и не будет. Посмотрим. Сразу удалось почти в пик попасть. Ну, сейчас битва с боссом. Угу. Да, видимо, все решится как раз на последних уровнях. Походу так оно и будет. Я еще канализация впереди. Ну то будет заставка. У тебя как плеера? У меня нормально. Не, я имею в том плане, кто. У меня динамик впереди. Ну у меня тоже. Экстремально. Ух, нифига себе, у тебя, значит, опережает мой. Две локации осталось. Пишу чат, динамик на 3 секунды впереди. Ну, то есть, как бы... Пора, наверное, Кириллу примять опасный тактик, если есть... Ну да, если есть заготовки такие.
либо опасные тактики, либо надеяться, что кто-то затупит. Что-то надежды ты сам знаешь. Знаю, знаю. Ну, то обоих босс. У обоих причем? Сейчас все решится. Угу. Итак, последний уровень. Сейчас будет интересно. В общем, победитель, как только победит, скажет. Типа. Пройдено, закончил. Mm-hmm. Отставание все еще незначительное. Да, интрига. Mm-hmm. Последняя комната у обоих. Динамик пока все еще впереди. Ай, блин! Затроллил меня, я как все это. Сейчас увидим. Что там случилось такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Я все понял. Ой! Очень опасно. Все, я прошел. В общем, если сейчас не будет такой же. О! Что, динамика затралил? Да. Кто там затралил? Да, динамик. Конец затралил. Конец. Но на самом деле этот конец, он любого, да, я считаю, игрока может затралить. Он даже непредсказуем. Да, тут, тут как бы, ну... В общем, поздравляю тогда Кирилла с победой. Хотя, в принципе, этот матч лидировал все время динамик, но мне кажется, он бы выиграл, если бы не этот конец, поэтому... Если бы нет, проклятая концовка. Да, тут как бы... Ну что ж, поздравляем Кирилла с переходом в следующий тур. Не знаю, хотя, думаю, там всегда надо было с ящиком. Там так что... тяжеловато. Вот как сейчас. Блин, ну, сейчас... Да, ну, молодец, да. Динамик, хорошо шел. Я на самом деле не ожидал. Хорошо, хорошо натренировался. Ты сам говорил мне, значит, то, что слабо тренировался. Видать, что-то там утаил. Да это сейчас, пока что время было, несколько раз прошел игру. Ну блин, ты тут турнир, конечно, что-то в финале все до ошибки, да, там, вообще надеюсь в финале сделать так, чтобы по всем уровням прошли. Да я так же, ну, на самом деле. По всем уровням. Да, я так же. Пару раз сыграл перед турниром, и все, и понеслось. А какое там время занес у нас? Ну, время я потом скажу. Какое? Ну, у меня, то есть, у Кирилла... Ну, в районе 12 минут, ну, я скажу более точно, то есть явно лучше, чем у предыдущих двух людей. А, ну, да, а какое у тебя, я не знаю. То есть, да. Я сейчас, как бы, скоро будет время, я скачаю и посчитаю точно там покадрово. У меня есть такой проигрыватель хороший, где можно по кадрам посмотреть. Да, да. Ну, ладно, все, спасибо. Осмотр, спасибо Кириллу. Была одна ошибки вообще, блин. Ну, игра так хоть достойная финала. Ладно. Да, все, всем пока. Спасибо всем, кто болел. Всем пока.